На голове Кришны корона из павлиньих перьев. Он одет в желтые дхоти. На шее его цветочная гирлянда. Колокольчики на ногах мелодично звенят. В руках у Кришны флейта, звуки которой привлекают к нему юных пастушек. Когда он пасет коров в окрестностях города Вриндаван. Сейчас вы увидите еще один номер, исполняемый в сопровождении живой музыки. Танцовщица представит вашему вниманию кавиты. Кавит – это стихотворение, положенное на ритм. Смысл стихотворения – исполнитель изображает средствами танца. Кавиты, которые вам сейчас покажут, рассказывают о внешнем облике и деяниях Бога Кришны. Исполнитель на табло Гуру Ашвани Нигам танцуют Светлана Нигам и Александра Шмелева. Tandava,
గాలి తన 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 కాజిక నన్నన్న నారద జీవంగ గంగుని గంధర్వ నాచత దేతారి కిన 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 కూట